Анонс и точная дата выхода 9 серии турецкого сериала «Когда я прятал нашу маму». 9 серия сериала выйдет в эфир 2 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как барыш пришел к Юнтару и сказал, что его беспокоит одна ситуация, но он не может никому об этом рассказать. Он может поделиться этим только с Дюндаром. Барыш рассказал, что его сестре пришел один документ. Оказывается, у его сестры есть ребенок, но он не понимает, почему она скрыла это от него и что с ним сейчас. Но Дюндар знал об этом ребенке, и им является сам барыш. Барышу сложно поверить, что Фисун не его сестра, а родная мама. В особняке состоялся аукцион, и когда дело дошло до ценного экспоната Зарин, то Хандан произнесла речь. Затем ей предложили самой открыть коробку и установить начальную цену для предмета, который будет продан во время аукциона. Но в коробке оказалось платье, в котором была Зарин в ту злополучную ночь перед своей смертью. Все были шокированы, а Дюндар спросил у Хандан, что она себе позволяет. Но странным было то, что у этого платья появился покупатель, и имя этого человека Зарин Демир. Хандан пытается оправдаться, что она не причастна к этому. Порой ей кажется, что она попала не в дом, а в психиатрическую лечебницу. А сейчас это место и вовсе превратилось в дом с привидениями. Неизвестно, кто чей ребенок, а кто чья мать. Напомним, 9 серия сериала выйдет в эфир 2 февраля. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.